Трап. Как многое сейчас зависит от него. Готовит ли он какую-то ловушку для Лионеля Месси при исполнении пенальти? Насколько внимательно изучил манеру аргентинца? Итак, Лионель Месси против Кевина Трапа. Удар, гол! 3-0! И один гол остается до дополнительного времени, а Месси даже не думает праздновать. Мид Барселона, Париж у себя дома. Невозможно отбить такой удар со всей силы, мощнейший. И пусть он довольно близко прошел вроде бы Кевину Трапу, тут даже не успел...